Служба обязывает брестских пограничников быть особенно серьезными и бдительными. Благодаря этим качествам стражи границы не только охраняют рубежи нашей страны, но и активно помогают бороться с преступностью сотрудникам правоохранительных органов. К примеру, несколько дней назад берестейские пограничники помогли задержать человека, который находился в розыске. Погранаряд заподозрил молодого человека по внешним признакам, который походил на лицо, находящееся в уголовном розыске, о чем было немедленно сообщено сотрудникам милиции. Мужчина попытался скрыться, вследствие чего погранаряд начал его преследование, но вовремя подоспевший экипаж сотрудников ГАИ дал свои результаты. Нарушитель был задержан. В момент задержания он оказался в нетрезвом состоянии. Кроме того, автомобиль, на котором пытался скрыться от правоохранителей, он угнал у односельчанина. Среди тех, кто попал в поле зрения пограничников в последние дни, есть и не совсем стандартные нарушители. Однако, благодаря хорошей профессиональной подготовке, брестские стражи границы справляются с любыми поставленными задачами. Рано утром сработал силенционный комплекс. По команде «Тревога» выехала тревожная группа. И на участке погранзаставы, на контрольно-следовой полосе, пограничники обнаружили корову. Как позже выяснилось, домашнее животное отбилось от стада, которое выпасалось на сопредельной территории Польши. И в ходе рабочей встречи на границе домашнее животное было передано местному жителю. Брестские пограничники находятся на страже рубежей и днем, и ночью. А значит, как гласят слова знаменитой песни, никто не проскочит, никто не пройдет. Благодаря их добросовестной службе брестчане и гости нашего региона могут спать спокойно.